Сбил человека и скрылся с места аварии. В полиции сообщили о происшествии на Тюкалинском тракте. Мужчина за рулем «Жигулей» ехал по улице Ленина в село Кабырдак. При движении задним ходом автомобиль сбил пешехода. 19-летнюю девушку пришлось госпитализировать. Водитель уехал. Позже правоохранители установили его личность. 47-летний односельчанин пострадавший. Его задержали по месту жительства. Установлено, нарушитель не имеет водительских прав. Более того, в момент ДТП он находился в состоянии алкогольного опьянения. В ММЖ я был, я не отпираюсь. Слышу удар и остановился, а уже на ней уже. То есть вы допустили на нее наезд, верно? Да, да. Я не отпираюсь, это я виновата. Во всем моя вина. Возбуждено сразу 5 административных дел. За оставление места ДТП, управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, за отсутствие водительских прав, а также страховки и документов, подтверждающих регистрацию автомобиля.